Дни между майскими праздниками президент Российской Федерации объявил нерабочими. Готовы ли ульяновцы отдохнуть подольше? Спросим у прохожих. А мне кажется, почему бы и нет, в принципе. Ну, а так вот тоже разрывать, там люди уедут, приедут, это тоже, наверное, не очень хорошо. Но, в принципе, президент, он у нас знает, что делает. И Попова то же самое, наверное, я верю в это. Не готовы были. Так-то приятно, конечно, то, что столько дней. Ну, как вам сказать, ну, такое двойственное чувство, потому что, как бы, хорошо, конечно, но, во-первых, неожиданно, во-вторых, все-таки были планы рабочие, да, на это время, которые придется теперь менять. Вот, поэтому, как бы, пока еще даже не определилась с этим отношением. Крайне отрицательно, потому что работодатель не очень этим доволен. Если бы я был бюджетником, то без разницы, хоть 10 дней, хоть 30. А когда ты работаешь на у дяди Васи юридическое лицо, то, соответственно, юридическое лицо должно оплачивать из своего кармана. С позитивом отношусь. Как раз вот и говорили сегодня, что майские праздники должны быть больше, чем зимой. Потому что люди будут сейчас на свежем воздухе, заняты дачами. Хорошо отношусь, позитивно. А я буду, ну, у нас тоже дела есть. На свежий год на кладбище мы поедем. То есть убирать могилки. Позитивно. Пусть люди на даче ездят, работают. Лишние праздники не помешают. Ну, а вот насчет учимся, я не знаю, еще не сказали. Сказали, наверное, будем учиться. Я против, потому что детский садик не работает, а я работаю. С бабушкой, ребенок с бабушкой будет сидеть, и я буду работать. Детей, наверное, хорошо, их вывезут на воздух, они побегают, отдохнут. Хотя потом трудно в учебный процесс, осталось 2 недели. Есть плюсы и минусы, как во всем. А для взрослых? Для взрослых, я думаю, нет. Хотя у кого дача, огород, им да. Ну, я считаю, что эти каникулы, наоборот, пойдут на пользу ученикам, так мы сможем отдохнуть. Но это еще смотря, как мы будем проводить это время. Да. Плюс наши оценки, их надо, если что, изменить. И поэтому где-то эти каникулы не на пользу уходят. Получается, я все равно работаю. То есть то, что дали дополнительные майские праздники с 1 по 11, меня никак не коснулось. Слишком много. Там 10 дней слишком много, я думаю. А из-за работы или из-за чего вы не хотите? Да, конечно. Из работы, детей, вот, не с кем оставить. 10 дней, мне кажется, многовато. А почему? Ну, все-таки надо зарабатывать на жизнь.